Российская Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, который облегчит жизнь многодетных семей. Теперь те, у кого трое и более детей, смогут сэкономить на налогах на имущество и землю. И сегодня в центре внимания депутатов резонансный проект о крабовых аукционах. Документ должен установить новые правила вылова этого деликатеса в нашей стране. Все детали узнаем у Дмитрия Кочеткова. Он выходит с нами на прямую связь из Государственной Думы. Дмитрий, вам слово. Алена, здравствуйте. Многодетные семьи смогут сэкономить на налогах. В рамках реализации послания президента Федеральному собранию Дума в последнем третьем чтении приняла поправки в налоговый кодекс. Важно, что закон имеет обратную силу. То есть воспользоваться льготами можно будет уже в этом году. Итак, по налогу на имущество многодетные семьи получат вычет по 5 квадратных метров квартиры и по 7 метров жилого дома на каждого ребенка. А по земельному налогу из налогооблагаемой базы уберут 6 соток на семью. А если участок всего 6 соток, так платить за него вообще не придется. Данные меры входят в программу партии «Справедливая Россия». И мы очень рады, что так быстро реализовывается послание президента. 20 февраля предложение прозвучало. Сегодня мы уже голосуем. Эти налоговые вычеты – это серьезное подспорье. Это не единственный шаг. В целом существует программа демографии, существует предложение принять отдельно закон о многодетных семьях. Но это очень важный шаг, которого многие ждут. Сегодня же принято решение по нашумевшему закону, который касается огромного количества людей, о хостелах, многоквартирных домах. Дума хотела запретить их сразу, но Совет Федерации отклонил этот закон и предложил дать хостелам отсрочку до конца года. После создания согласительной комиссии удалось найти компромисс. Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября этого года. Так что у владельцев будет время, чтобы закрыть свой бизнес или перевести его в нежилые помещения. С две стороны. С одной, крупный бизнес гостиничный выдавливает мелкий, но с другой стороны, есть много жалоб от населения на то, что хостелы очень часто используются, в общем-то, с нарушениями нормы и по шуму, и по всему остальному, создают большое количество проблем. Каждая региональная неделя сопровождается обращениями людей, у которых хостелы находятся буквально вот за дверью, за стеной. Люди устают в мегаполисах на работе, приезжают домой, не могут отдохнуть. Эту проблему надо решать, а не оттягивать ее решение с непонятными результатами. Другой важный закон поможет установить правила вылова краба в России. Предлагается ввести новый вид квот на добычу деликатеса – инвестиционный. А сейчас действует так называемый исторический принцип. Тот, кто раньше ловил, тот и продолжает. Новый закон позволит навести порядок в этой прибыльной отрасли и избавиться от монополистов. Нам надо в первую очередь ответить, почему те, кто владеет этим бизнесом, живут за пределами Российской Федерации, не вкладывают в его развитие, почему суда ветхие, а заработная плата тех, кто работает в этой отрасли, очень-очень низкие. Вот если мы на этот вопрос с вами ответим, тогда все станет на свои места. Компании, а их небольшое количество, и это порядка 10 всего бенефициаров, владельцев этих компаний, они получают 100% рентабельность, получают где-то чистой прибыли более 50 миллиардов в год. Но государство на сегодняшний день получает за вот этот колоссальный ценный ресурс меньше 1%. По новым правилам, победители крабовых аукционов должны будут взять на себя обязательства по строительству кораблей и краболовов. По расчетам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 миллиарда рублей в ближайшие два года. Алена? Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Кочетков из Государственной Думы, где сегодня рассматривают ряд важных законопроектов.